Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Приготовьте свои сердца, потому что вы услышите мощное слово от Бога, которое я проповедовал в столице Бразилии. Бог мощно двинулся в этой церкви. Люди исцелялись. Была удивительная атмосфера. Я знаю, что вы получите ободрение и благословение в своем хождении с Богом. Всякий раз, когда мы транслируем проповедь, мы преследуем одну цель. Мы хотим, чтобы Бог коснулся вашего сердца и укрепил вас в вере. Я верю, что после сегодняшней проповеди вы будете иметь еще больше смелости приходить к Божьему престолу и смелость служить людям вокруг вас. После проповеди я буду молиться о вас с верой в то, что Бог коснется вас мощным образом, и чтобы в этом новом десятилетии Бог мощно двигался в вашей жизни. За новые начинания для нас, за новый год великих чудес, которые Бог приготовил для вас и для вашей семьи. Итак, я хочу, чтобы вы посмотрели эту проповедь и слушали слово с открытым сердцем и ожиданием. Когда я слушаю послание от Бога, я открываю свое сердце, чтобы принять все, что Он имеет для меня. Именно с таким отношением сердца мы отправимся с вами в столицу Бразилии. И вы примете от Бога слово, которое изменит жизнь. Библия говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому нам так важно слушать Слово Божие. Итак, мы отправляемся на это служение в Бразилии прямо сейчас, и затем я помолюсь о вашей семье и о вас лично. Я буду молиться о вас с верой в то, что Бог коснется вас мощным образом и дарует вам мир. Потому что, когда вы следуете за Духом Святым, вы проявляете Царство Божие, куда бы вы ни шли. Для этого вам не обязательно находиться в церкви. Быть в церкви — хорошо, но помните, что вы являетесь церковью. И когда вы вне ее стен, когда вы в самолете или в ресторане, на всяком месте, аллилуйя, куда бы вы ни шли, вы проявляете самого Иисуса. И Бог сегодня поднимает поколение дерзновенных и смелых, как лев. Он взращивает тех, кто не боится людей, не имеет боязни пред людьми. Аллилуйя! Тех, кто не страшится врага, это поколение, которое помазано свежим елеем Господа, и изнутри течет река жизни. В книге пророка Иезекииля рассказывается о реке, которая течет от престола. Кто из вас знает это место в Писании? Библия говорит, что куда бы ни шел поток этой реки, он приносит жизнь, исцеление и восстановление. Этот поток высвобождает жизнь. Эта река течет от престола Божия. Но в Новом Завете мы с вами являемся храмом Духа Святого, и внутри нас течет река. Аллилуйя! Поэтому Иисус сказал, «У тех, кто верует в Меня, из чрева потекут реки живой воды». Поэтому река, через которую течет жизнь, река, через которую течет сила, исцеление, восстановление, теперь находится и течет внутри верующего человека. И поэтому, куда бы вы ни пошли, вы носите в себе эту силу. Куда бы вы ни отправились, на всяком месте, вы несете в себе жизнь Божию. Вы несете в себе веру Божию. Вы носите в себе Божью любовь и Божью славу. И вы приносите на всякое место, куда вы приходите, атмосферу небес. Аллилуйя! И сегодня Бог дал мне послание для вас о проявлении и об откровении Сынов Божьих.
Этот мир жаждет откровения Сынов Божьих, чтобы поднялись Сыны Божии. Библия говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, как мучается женщина в родах, ожидая, когда поднимутся Сыны Божии, ожидая, когда проявят себя Сыны Божии. Давайте сейчас откроем с вами восьмую главу послания к римлянам. А 18 стих. Если вы уже открыли это место, скажите «Аминь». Итак, Римлянам 8, 18. Если вы нашли это место, скажите «Аминь». Только один человек сказал «Аминь». Здесь сказано так, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Ибо тварь с надеждою ожидает откровения Сынов Божьих. То есть, другими словами, кто-то ожидает, когда вы подниметесь и проявите себя как Сыны Божьи. Кто-то ждет, когда вы уже займете положенное вам место. И начнете делать то, что Бог задумал для вас делать. Многие люди в церкви тратят свое время впустую, молясь о том, чтобы Бог сделал то, что Бог призывает делать их самих. Он поручил это им. К примеру, мы молимся. Господь, благослови бедных людей. Мы говорим, о Господь, спасай души людей. Но для этого вы можете проповедовать Евангелие, и вы увидите, как спасаются души людей. Послушайте, когда вы молитесь, ваши молитвы также должны сопровождаться действиями. Нельзя просто пассивно сидеть и молиться. Вы должны вводить в действие то, о чем вы молитесь, и затем наблюдать, что сделает Бог, потому что тварь покорилась суете недобровольно. Но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет. От рабства тления, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Люди этого мира стенают. Творение вопиет. Они стенают, ожидая. Когда уже поднимутся Сыны Божии, дочери Божии, Иисус сказал, «Вы — свет миру, вы — соль этой земли». Апостол Павел говорил, «Христос в нас — упование славы». Вы сидите и думаете, «Я ожидаю, когда двинется Бог», а в это время Бог ожидает. Когда вы начнете действовать, многие христиане притаились в ожидании. Но Бог говорит, начинайте действовать.
«Идите и совершайте дела Божии, проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, мертвых воскрешайте, очищайте прокаженных, идите смело и начинайте действовать. Я дал вам имя Мое, я дал вам Мое Слово, я дал вам кровь Иисуса, Мой Дух внутри вас, я послал к вам служебных ангелов, Мое Слово, Мое имя, Мою кровь, Мою силу, Мою власть, Моих ангелов. Так чего же вы ждете? Аминь». Итак, Бог дал нам необходимые инструменты. Он дал нам Духа Своего. Библия говорит, что тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет сейчас внутри нас. Он находится в нас. Аллилуйя! Только представьте, какую силу и власть мы имеем внутри себя. Эта сила уже в нас. Все, что нам осталось сделать, это возгревать эту силу. Что Павел сказал Тимофею? «Возгревай дар Божий, который уже вложен в тебя». То есть дар уже обитает внутри человека. Он уже в нем, но этот дар нужно активировать. Дар нужно возгревать. Как верующий человек, вы имеете внутри себя Божью силу. Она уже в вас. Но иногда вы об этом даже и не подозреваете. Вы не осознаете то, что имеете власть во Христе Иисусе. Поэтому вы всегда ждете, когда уже что-то произойдет, тогда как вы уже имеете внутри вас силу и имеете помазание. Это помазание пребывает в вас с определенной целью. Библия говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, мучается, словно женщина в родах. Кто из вас, женщины, когда-нибудь рожали? Конечно же, это нелегко. Пожалуйста, поднимите руки. Женщины, которые рожали. Разве это легко? Что вы чувствуете, когда у вас вот-вот родится ребенок? Что вы чувствовали? Это боль? Это была сильная боль. Да? Я прав? Насколько больно это было по шкале от 0 до 10? О, 20. И вот Павел говорит, что все творение стенает, все они мучаются. Творение стенает, словно в родовых схватках. Они переживают схватки. То есть они переживают и ощущают очень сильную боль. И эта боль неминуема. Это очень острое чувство. И стенают не только люди, но стенает все творение, все сотворенное Богом. Они вопят: «Ну где же вы, сыны Божии? Поднимайтесь уже! Поднимайтесь здесь, в столице Бразилии! Поднимайтесь в Финляндии, в Соединенных Штатах Америки! Поднимайтесь в Азии, сыны Божии! Вы так нам нужны!» Вот о чем стенает сейчас все творение. Они переживают родовые схватки. Они вопят: «Поднимайтесь!»
начинайте открывать уста и проповедовать Евангелие. На этой неделе мы видели спасение сотен людей. Это происходило каждый день. Сотни и сотни людей приходят и принимают спасение. Но почему они спаслись? Разумеется, спасает Бог. Иисус — Спаситель. Но Он использует ваши уста, чтобы провозглашать Его спасение. Когда вы открываете свои уста, Бог высвобождает свою силу. В тот момент, когда вы открываете свои уста и передаете то, что говорит Бог, Он высвобождает свою силу. Вы сильны только тогда, когда используете силу внутри себя. Вы сможете осознать, какой силой и помазанием вас наделил Господь, если будете использовать эту силу в действии. Это можно сравнить с тем, как мы приходим в спортзал. Мы приходим, чтобы качать мышцы. Мы занимаемся спортом, активизируем наши мышцы. Вы попробовали и смогли поднять определенный вес. Пока не попробуете, вы не узнаете, какой вес вы можете поднять. Многие христиане имеют огромный потенциал, но они не смогут осознать свой потенциал, пока не начнут его использовать. Внутри них столько силы от Бога, но они не используют эту силу. Они сидят и чего-то ждут, а Бог ожидает, когда они уже начнут действовать. Я проповедовал на этой неделе и сказал, Евангелие — это чистое действие. Если мы посмотрим на служение Иисуса, мы увидим, что когда исцелилась женщина, страдающая кровотечением, она не просто сидела на месте. Она не просто сидела и ждала чуда. Она сказала себе, «Я пойду, прорвусь сквозь толпу. Я прикоснусь к краям его одежд. Я приму от него свое исцеление». И когда она пошла, ей было не просто прорваться через тесную толпу, но она не сдалась. И вот она прикоснулась к краям его одежд, и тогда из него вышла сила. Для чего я вам это говорю? Кто-то из вас сидит и ждет, когда уже двинется Бог. Но Бог говорит вам, «Я жду, когда ты начнешь действовать. И когда ты двинешься, я двинусь тоже». Я двинусь вслед за тобой, чтобы поддержать тебя. Некоторые христиане говорят, «Я никогда не видел, чтобы больные исцелялись». А вы молитесь за больных? Если вы не будете молиться за людей, то вы и не увидите, как люди исцеляются. А знаете почему? Мы видим много исцелений. Потому что мы молимся за многих людей. Бог нас помазал на это, и мы молимся. Мы не бездействуем. А если вы не будете молиться за больных, то и результатов не увидите. Если вы не будете делать смелые шаги веры, вы не увидите славы Божией. Бог ищет смелых и дерзновенных людей. Вы помните Петра? Он был в лодке с другими учениками, и вот они все видят, что Иисус идет по воде. Все ученики изумились. Но Петр спросил, «Иисус, это ты?» Они все находились в лодке.
Но вот что говорит Петр. Иисус, это ты? Если это ты, то позволь мне сделать то, что делаешь ты. Я хочу так же, как и ты, идти по воде. На что Иисус ответил, «Приди». И вот Петр делает шаг из лодки. Иисус сказал ему, «Приди». Но он не вытащил Петра из лодки за руку. Петр должен был сам сделать этот шаг. Кто-то из вас тоже должен сделать этот шаг из лодки. Вам нужно сделать шаг из лодки. Из вашей зоны комфорта. Сделайте этот шаг. Аллилуйя. Сделайте шаг из лодки неверия. Сделайте шаг из лодки страха и боязни пред людьми. Прыгните в воду рядом с Иисусом. Начните ходить по воде. Не стоит держаться за лодку мертвой хваткой. Я не знаю, как вы, но лично я хочу быть там, где действует и двигается Иисус. Я хочу быть там, где Он. Я хочу ходить с Ним. Я хочу делать то, что делает Он. Но для того, чтобы это произошло, мы должны сделать смелый шаг из лодки. Все остальные ученики просто наблюдали, в то время как Петр сделал шаг из лодки. Поэтому он был единственным учеником, который ходил по воде. А все остальные просто стояли и смотрели. Кто-то из вас скажет, но потом ведь он испугался и начал тонуть. Да, но несмотря на это, он единственный из учеников, кто ходил по воде. А все остальные были всего лишь зрителями. Они стояли в стороне. И среди верующих будут те, кто пойдут по воде. Они будут делать дела Иисуса. Хождение по воде — это символ чуда. Вы ходите за рамки, естественно. Это указывает на хождение. В сверхъестественной Божьей атмосфере. Вы делаете шаг на территорию чудес, и в этот момент вы целиком и полностью зависите от Бога. Это в лодке. Вы такой уверенный в самом себе. Вы знаете, что вода не зайдет вовнутрь, но делая шаг из лодки, вы вынуждены полагаться только на Иисуса. Я надеюсь, что это послание коснулось вашего сердца и вдохновило вашу веру. Хочу помолиться о вас, чтобы вас коснулось такое же помазание, которое было на том служении. В тот вечер мы видели множество чудес и исцелений. Люди, которые страдали из-за немощи и болезней, люди, которых мучила боль, в тот вечер получили свое исцеление. Я лично верю, что Божья сила не ограничивается только церковным служением. Я верю, что Божья сила может двинуться прямо там, где вы сейчас находитесь. Я верю, что во время этой молитвы помазание Божие прикоснется к вам, к вашей жизни. Я буду молиться и верить, что Бог вмешается своей славой в каждую вашу ситуацию. Вы готовы молиться? Приготовьте ваше сердце, чтобы принимать. Я сейчас соглашусь с вами в молитве к Богу о ваших нуждах. Вы можете присылать нам свои молитвенные просьбы. Мы молимся каждую неделю о тех, кто присылает нам свои нужды, свои молитвенные просьбы. Мы хотим помолиться и о вас. Если у вас особая нужда, напишите нам. Давайте вместе помолимся сейчас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о каждом, кто сейчас смотрит эту программу. Я молюсь за каждого, кто страдает, кто мучается от боли. Я молюсь о том, чтобы Твоя исцеляющая сила сошла на каждого больного человека во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас Твое помазание их исцелит и освободит. Я молюсь, чтобы всякие цепи упали.
чтобы всякое тяжкое бремя покинуло народ Божий, чтобы пришло мощное пробуждение Духа Святого, которое укрепит, исцелит и освободит этих людей, чтобы Ты дал им силу стать теми, кем Ты призвал их быть. Во имя Иисуса я молюсь за всех, кто смотрит эту программу и кто с верой соглашается со мной в молитве. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты укрепил их веру. Сотвори великие дела свои прямо в них сейчас. Во имя Иисуса я молюсь о семьях наших зрителей. Прикоснись к их домам. Отец, прикоснись к их детям. Во имя Иисуса, принеси им мир, принеси прощение, любовь и восстановление их отношений. Господь, я молюсь, чтобы этот год был удивительным годом для Божьего народа. В могущественное имя Иисуса я молюсь, чтобы Ты поднял их, чтобы они проповедовали Евангелие и были светом на всяком месте и солью этой земле во всяком месте. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я надеюсь, что сегодняшняя наша программа вас вдохновила. Оставайтесь с нами на связи через соцсети, через наш канал на YouTube. Как я уже говорил, вы можете присылать нам ваши молитвенные просьбы. Мы вас любим и хотим вам послужить, чтобы вы могли перейти на новый уровень в ваших отношениях с Богом. Наша цель — наставить вас в Слове и укрепить вашу веру. Мы молимся, чтобы 2020 год для вас стал годом победы, годом прорыва, чтобы в вашей жизни и в вашей семье происходили потрясающие чудеса от Бога. Мы желаем вам счастливого Нового года и, конечно же, Рождества Христова, наполненного Божьими благословениями. Пусть этот год будет лучше всех предыдущих. Да благословит вас Бог! А мы увидимся с вами на следующей неделе. We'll be right back.